Вот. Не работает. Он не включен. Так. Вот. Я сумел изолировать вирус. Проблема в его неустойчивости. Он начинает быстро разрушаться при контакте с кислородом. Что бы ни было, я оптимист. Если все пойдет хорошо, скоро у меня будет вакцина. Последний анализ... Что это за ахинея, Пабло? Произошло нечто непредвиденное. Вирус оказался не только устойчивым, но и начал мутировать. Его симптомы напоминают грипп. Из всего этого следует ужасный вывод. Он способен передаваться. Ничего не понимаю. Пришла телеграмма из Рима. Маленькая Медейруш должна умереть. Он говорит про эту девочку, Пабло. Эта девочка была здесь. Мы должны уничтожить ее и стереть следы ее существования. Да что он такое несет? А? Наконец-то мои молитвы были услышаны. Пабло, нам надо выбираться отсюда. Это решение следовало принять давно. Думаю, все это было ужасной ошибкой. Я должен четко следовать процедуре. Порядок действий очень специфичен. Никто не должен увидеть мои записи. Держись ближе ко мне. У меня нет права на ошибку. Я опечатаю комнату, это должно удержать ее внутри. Если что-то пойдет не так, то поможет нам Бог. Подожди. Я посмотрю. Нет, Пабло, нет. Мы на верхнем этаже, Ангела. Там нет, может быть выход нет. На крышу. Мы должны попытаться. Что ты можешь? Что ты можешь? Я подниму камеру и сниму все, что там есть. Пабло, пожалуйста, опусти камеру. Оттуда идут какие-то странные звуки. Черт. Что такое? Ударило по камере. Что значит ударило по камере? Включи свет! Лампу на камере разлить. Черт.